Новых санкций против России не будет, а продление уже существующих зависит от выполнения Москвой Минских соглашений по Донбассу. Так решили участники саммита G7. О чем еще договорились главные дипломаты стран Большой Семерки, к каким соглашениям им прийти не удалось, узнаем от Оксаны Кундеренко. На языке дипломатов это называется семейная фотография. Семья, из которой 3 года назад исключили Россию и которая из большой восьмерки превратилась в семерку. Тем не менее, российский вопрос главный на повестке дня саммита министров иностранных дел. Что делать с Москвой, которая поддерживает действия Асада в Сирии и отрицает его ответственность за химатаку на гражданское население? Нам нужны доказательства от независимых специалистов, которые расследуют этот инцидент. И тогда ответственные будут наказаны. Не только сирийские генералы, но и российские военные, которые им содействовали. Борис Джонсон, который накануне отказался ехать в Москву, в Италии, активно продвигал идею санкций против России и Сирии. Хотел точечно наказать военных чиновников, которые непосредственно причастны к авиаудару по больнице. Но эта идея не нашла поддержки у остальных участников встречи, хотя госсекретарь США и пытался всячески убедить их. Российские власти должны понять, что они связались с неблагонадежным партнером Башаром Асадом. И Россия, и он от имени Сирии подписал соглашение о недопустимости использования химического оружия и нарушил это соглашение, выставил Россию в плохом свете. Теперь Москва должна определить, остается ли она и дальше со своими сомнительными партнерами или присоединится ко всему миру ради завершения войны в Сирии. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сразу после Италии вылетел в Россию. Кроме коллег-министров, он встретился с лидерами ближневосточных стран. Сошлись на том, что нужен диалог. Санкции против России работают слабо, доказано на примере Крыма и Донбасса. Нам нужен диалог с Россией и не нужно загонять Россию в угол, изолировать. Мы также просим президента Путина перестать доверять Асаду. Путин имеет достаточное влияние, может надавить на сирийского лидера, чтобы заставить его соблюдать перемирие. Что министры сделали дружно, так это осудили химическую атаку в Сирии и пришли к выводу, что режиму Башара Асада нужно положить конец. Теперь осталось самое сложное – убедить Россию не поддерживать диктатора и помочь провести в охваченной войной стране демократические выборы. А в итальянской Тоскане за воротами саммита протестующие подрались с полицией. Несколько человек получили ранения, десятки задержаны. Но эти беспорядки длились всего пару часов. Вспоминали в Италии и Украину. Выводы по конфликту на Востоке записаны в финальной резолюции саммита. Минский процесс зашел в тупик, с сожалением констатируют дипломаты. Но об Украине не забывают. Приоритетом по-прежнему остается территориальная целостность страны. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».